Привет, вы на канале 4D. Сегодня я решила побаловать себя и моих сестер вот такими вот вкусняшками. Это кексы в стакане. Все, что нам нужно, это взять, например, вот такой вот стакан, открыть его. А, кстати, здесь еще есть разные вкусы. Двойной шоколад, апельсиновый шоколад, красный бар, вот и браун. Мы сейчас берем вот такую вот смесь, открываем ее, ну как же без этого. Открываем и высыпаем в этот стакан, как будто доширак открываем. Открываем сейчас смесь. Когда высыплю, добавляем 400 столовых ложки воды и одну чайную ложку растительного масла. 4 ложки воды. Раз, два, три, четыре. А когда мы это все сделаем, вилкой все тщательно перемешать и поставить на 1 минуту в микроволновку. И века все перемешиваем. Мы поставили кекс двойной шоколад в микроволновку. Начинаем готовить второй кекс апельсиновый шоколад. Все то же самое. Достать, высыпать, налить воды. Все такое. Перемешать и тоже в микроволновку на 1 минуту. Вот так выглядит тесто нашего второго кекса апельсинового шоколада. Сейчас мы его в микроволновку поставим. Но сначала закроем крышкой. Тем временем мы успели уже достать первый кекс двойной шоколад. Сейчас мы сначала это поставим в микроволновку, потом вот этот вот выложим на тарелку и будем пробовать. Осторожно, горячий. Первый кекс у нас чуть-чуть обвалился, но, ребята, он такой вкусный. Готовим третий кекс. То же самое, что и в первом, и во втором. Мы уже достали второй кекс апельсиновый шоколад. Посмотрите, как он высоко поднялся. Не будем пока его доставать, пусть чуть остынет. То, может, тогда нам его получится нормально достать. И он не развалится, как первый. Ну а мы тем временем будем ставить второй кексик. Ставим в микроволновку. Посмотрите, какой у нас получился нежный бархатный красный бархат. Сейчас мы его попробуем поставить в микроволновку. Посмотрим, что получится. А потом мы будем готовить последний кекс брауни. Надеюсь, он получится вкусный. Тоже очень вкусный, вкуснее всех. Вот такие вот два кексика у нас получились готовые. Стынут, ну а мы четвертый кексик в микроволновку. Вкусный, сочный, шоколадный брауни. Получилось очень легко и просто. Получилось очень быстро и вкусно. Я пошла снимать пробу со всех кексов. Ну а вам пока-пока. Подписывайтесь на наш канал 4D.